самое выгодное предложение дня – это то, что вам заменит операцию, то, что вам заменит походы к врачам, то, что заменит вам те неприятные ощущения, которые появляются у каждой третьей женщины после 50 лет. Проблема недержания мочи – деликатная проблема, о которой молчат большинство женщин. И статистика говорит о том, что у каждой третьей женщины в России недержание мочи. Затем каждые 5 лет прибавляется по 10% женщин с данной проблемой. То есть к 50-70 годам эту проблему имеют практически все женщины. Мы сегодня хотим позаботиться о вашем здоровье и прямо сейчас представить уникальный физиотерапевтический прибор нового поколения «Нанопрост». Это эффективное лечение и профилактика недержания мочи от российских ученых, аналогов которых в мире не существует. Если вы боитесь сейчас просто даже чихнуть и уже понимаете, что у вас мокрое белье, мокрые брюки, особенно сейчас в холода, когда все это обостряется, то этот эфир специально для вас. А все это, кстати, ведет за собой еще и дополнительные воспалительные процессы, которые влияют на весь организм. Два мощных физиотерапевтических воздействия – вибромассаж и пульсирующее магнитное поле, которое позволяет добиться заметного эффекта в борьбе с воспалительными процессами, недержанием мочи, циститом, геморроем. Всего за 15 минут в день 14 тысяч сокращений за сеанс. Вы уже заметите результат и избавитесь от проблем операций и вредных лекарств. Это очень компактный прибор, который имеет пожизненную гарантию. Использовать его очень легко. Вы просто садитесь на эту мягкую, удобную подушечку, которая выглядит действительно как подушка, и получаете удовольствие. Это не больно, это приятно, это действенно, это бесплатная доставка и пожизненная гарантия. Все внимание на экран. Дискомфорт, постоянный стресс и жгучее чувство стыда. Так живут почти 40% женщин старше 30 лет. Все дело в недержании мочи. В основном от такой деликатной проблемы страдают женщины от 20 до 80 лет. Но чаще всего недержание возникает у дам от 45 до 60. Почему это происходит? У молодых женщин мышцы тазового дна часто перерастянуты и ослаблены после родов. Но ближе к 50 меняется еще и гормональный фон. Уменьшается количество эстрогенов, мышцы теряют силу и эластичность. Моча снова подтекает, а женщина нуждается в дополнительных средствах гигиены. Исследователи утверждают, чаще других недержание возникает у женщин с генетической предрасположенностью, избыточным весом, при неврологических проблемах и на фоне сахарного диабета. По статистике, в развитых странах к специалисту по поводу недержания обращаются 30% женщин, а в России таких лишь 10%. Многие считают, что утечка мочи – это неизбежная часть старения. Они добровольно мирятся с раздражающими симптомами, меняют образ жизни и замыкаются в себе, впадая в депрессию. Эту проблему сейчас можно решить. И об этом на самом деле стыдно молчать. Давайте об этом поговорим. Сегодня открыто у нас день откровений. И с нами здесь в студии разработчик и научный сотрудник компании «Технологии будущего» Сергей Голицын. Сергей, расскажи, пожалуйста, про этот прибор. Да, доброе утро, дорогие телезрители. Рад в очередной раз с вами увидеться. На самом деле не ожидал, что в этом году мы еще соберемся, так как были большие проблемы с поставками данного прибора. Но сегодня в очередной раз мы поговорим с вами о нашем здоровье, о конкретно о современной инновационной разработке приборе «Нанопрост». Что же это за чудо? Это чудо-прибор, который действительно помогает уже на протяжении долгих лет решать серьезные проблемы со здоровьем. О каких проблемах мы говорим? Это проблемы недержания мочи, это различные воспалительные заболевания органов малого таза, это и проблемы желудочно-кишечного тракта, ну и также не обошел данный прибор и решение мужских проблем, о которых мы сегодня также коснемся. Данный прибор включает в себя два ключевых воздействия. Это воздействие вибромассажа и индукционного магнитного поля. Благодаря воздействию вибромассажа мы способны получить за одну только процедуру, которая длится на протяжении 20 минут, порядка 14 тысяч сокращений. То есть самостоятельно человек даже при какой-то действительно качественной подготовке не способен получить такие высокие результаты, которые позволяют нам восстановить мышцы. Да, мы видим с вами, что когда мышцы малого таза у нас ослабевают, то жидкость из мочевого пузыря начинает подтекать, и со временем история подтекания мочи у женщины, в принципе, становится бесконтрольной. И благодаря данному прибору, благодаря вибромассажу, мы способны эти мышцы вернуть им тонус, восстановить их работу, их функцию основную. Да? Факторы риска вы сейчас можете наблюдать. Кто находится у нас в зоне риска? Это люди, конечно же, с генетической предрасположенностью к подобного рода заболеваниям, сахарный диабет, инсульт, инфаркт, гормональные сбои, возрастные изменения, конечно же, да, и послеродовые
Многие травмы также не проходят бесследно, оставляют определенный отпечаток на женском здоровье. И вот благодаря этому прибору мы можем эти проблемы решать. Про вибромассаж уже немного рассказал. Теперь хотелось бы сказать также про воздействие магнитного индукционного поля. Это фактически физиотерапия у вас в домашних условиях. Данное воздействие позволяет нам улучшить реологию крови в органах малого таза, благодаря чему выводятся все воспаления, восстанавливается работа сосудов, венозных капиллов, клапанов, да, что позволяет действительно получить максимально высокие результаты. И именно благодаря комплексному воздействию данный прибор дает максимально высокие результаты и позволяет все эти проблемы решать. И решать их максимально эффективно на долгосрочной основе. Данный прибор абсолютно прост в использовании. Вы просто садитесь на данную подушку на пульте, запускаете через кнопку пуск его, направляя на адаптер, и процедура у нас начинается. И какой эффект мы получаем? Буквально в течение первых же процедур вы, ну, скажем так, первое, что ощущают наши клиенты, это, конечно же, обезболивающий эффект, mm-hmm. потому что люди, как правило, обращаются все-таки тогда, когда у них что-то болит. И вот с помощью этого прибора мы, конечно же, получаем обезболивающий эффект, как следствие, да, восстанавливается работа мочевого пузыря, восстанавливается работа предстатики кишечника. В норму приходит, кстати, также и либидо, потому что, естественно, это все, скажем, такой цепочкой взаимосвязано. И данный прибор все эти проблемы решает и решает максимально комплексно. У нас ограниченная партия, мы показываем финальный час в этом году. Это медицинское изделие, у нас регистрационное удостоверение на него. Приборы получаете с инструкцией по применению, где все подробно расписано. Пульт входит в комплект, это бесплатная доставка и это пожизненная гарантия. Звоните и заказывайте. Берегите свое здоровье и избавляйтесь от таких проблем, как недержание мочи. Потому что сначала подтекание, потом воспалительные процессы, и потом приходят такие заболевания, с которыми наш организм справиться не может. Сегодня мы продлеваем жизнь. Это наши научные технологии России. Успейте сегодня выбрать, дозвонитесь и сделайте свой выбор прямо сейчас.